Анна Сергеевна, ну зачем ее? Я бы открыл. Ничего, ничего, Константин, я привыкла уже. Ирочка, когда гости подойдут? Через полчаса где-то. А Артур? Артур тоже. А Дед Мороз скоро? И Дед Мороз скоро придет. Потерпи немного, хорошо? То есть вечер встречи выпускников, все же состоится, да? Сколько вы не виделись? 10 лет. 10 лет. Складывается ощущение, Анна Сергеевна, что это ваш одноклассник. Кость. А я и не против. Какие наши годы? Ну что ж, проводим старый год. Мы с Кремушкой всегда провожали старый год. Да? Говорите, Константин. Ну что же, прошедший год, несмотря на то, что он не принес нам много нового. Да уж. Но все же я ему благодарен. Как и все мы, я надеюсь. Все плохое прошло мимо нас. Все мы живы, здоровы. Слава Богу. Лето, слава Богу, закончилось, и слава кондиционерам. Да. Я все так же люблю свою семью. И вас.